приятно, когда все прозрачно. Вклад на 3 года со ставкой 12,5%. Банк Дом РФ. Прозрачная выгода. Всем привет! Добро пожаловать в мое новое видео. Я уже пришла домой, гуляю с Машенькой, и сейчас буду выбирать рецепт кекса. Хочу приготовить какой-нибудь сегодня овощной кекс. Вот такая у меня есть книжка. Несладкая выпечка называется. И как раз открыла рецепт. Думаю, что по нему и буду готовить. Посмотрите, какие они вкусные, аппетитные. И здесь много разных видов. Вот, есть с оливками. Так, с чем еще у нас тут есть? Есть с овощами гриль. Я вот, может быть, кстати говоря, такой и сделаю. Есть с грибами, с фетой и зеленью, с вялеными помидорами и моцареллой. Смотрите, как это вкусно, аппетитно. В общем, нашла рецептик, который буду сегодня уже готовить. А здесь хочу сейчас посмотреть эту книгу, немножко вдохновиться. Хочу как-то организовать зону у раковины. Совсем у меня уже устали дозаторы, которые там есть. Сейчас хочу посмотреть, возможно, тут найду какую-нибудь интересную идею. Ну и поищу где-нибудь на зону, на Валберес. Я думаю, найду что-нибудь. Смотрите, какой красивый лаконичный вариант. Прозрачные дозаторы, щеточка красивая и зелень. Я поищу, наверное, какие-нибудь подобные дозаторы, наверное, на Валберес. Но хочу либо серебряные, либо золотые. Вот такие вот с помпой посмотрю. Еще хотела вам показать, насколько красиво организован. Посмотрите, холодильник. Просто красота. И какая мне здесь понравилась идея, сейчас вам покажу. Называется поднос с заготовками. Накануне подготавливаем какой-то поднос, который хранится в холодильнике. И тут уже есть у нас все ингредиенты, которые понадобятся нам для приготовления блюда. Видите, например, тут морковка, лучок порезан, грибочки, брюссельская капуста. В общем, классная идея. Возможно, тоже внедрю ее в свой быт. Что многие из вас, так же как и я, любят заниматься обустройством дома, играть с декором, текстилем, освещением. И, кстати, такое замечательное хобби может стать вашей профессией. Я говорю об очень интересной и творческой профессии дизайнер-декоратор. Он работает с деталями, подбирает мебель, декор, текстиль, освещение, предметы искусства для того, чтобы создать уникальную атмосферу в квартире или коммерческом помещении, отражающее его владельца. Сейчас эту профессию можно освоить онлайн в Skillbox на курсе профессии дизайнер-декоратор. Вы узнаете основы колористики и композиции, научитесь создавать гармоничные интерьеры в разных стилях, узнаете, что такое хоум-стейджинг и как создавать интерьеры как с картинки в Pinterest без особых денежных вложений, обучитесь работе с клиентами и освоите программы для создания дизайна. Что мне особенно нравится, обучение идет на
практике. После каждого теоретического блока идет обязательно практическое задание, которое проверяет эксперт. Конечно же, он дает вам обратную связь. А ваша дипломная работа – это полноценный дизайн-проект квартиры для реального заказчика. В процессе обучения вас ждут вебинары и офлайн-встречи. Вы сможете сами увидеть и даже потрогать некоторые материалы, составить из них мудборды или коллажи под определенную задачу. Ну и, конечно, вы найдете единомышленников и познакомитесь с ведущими дизайнерами. По окончании курса вы получите диплом, подкрепленный государственной лицензией на русском и английском языке. И сможете получить налоговый вычет до 13% на образование. Что касается оплаты, вы можете сделать свой первый платеж спустя 6 месяцев после начала обучения, воспользовавшись рассрочкой. По промокоду KETY1 у вас будет скидка 55%, и любой второй курс меньше по стоимости бесплатно. Оформляйте заявку и начинайте путь в мир дизайна, пока действует предложение. Подробная информация по ссылке в описании или QR-код. Вернулась я уже с прогулки, погода у нас испортилась, небо затянуло тучками. И сейчас пришли домой, увидела в прихожей пакет из магазина Sin и вспомнила, что покупки-то я вам забыла показать в прошлом видео. Поэтому покажу сейчас. А так у нас по плану сейчас поехать за продуктами. Заедем как раз по пути, когда будем забирать Лизоньку из школы. Так, какие у меня покупочки, девчата? Первая — это вот такая косметичка. Она стеганая, нежно-розового цвета. Я ее приобрела для того, чтобы положить в машину. Ну, знаете, такая мелочевка, типа антисептик, бумажные салфетки, бальзам для губ. Ну, вот какая-то такая мелочевка, ручка. Что все это лежало у меня вот так в сумочке в одном месте, а не было разбросано по всей машине, чтобы не нужно было искать. Поэтому решила такую компактную косметичку взять. Как раз она мне попалась на глаза. А по стоимости она 399 рублей. Очень-очень симпатичная. Следующее мое приобретение — это вот такой вот складной тазик. Я вам его сейчас уже раскрыла. И это не просто тазик, за такую потрясающую цену 499 рублей он идет два в одном. Смотрите, здесь идет вот такой типа дуршлаг, который тоже складной, вот так вот он складывается. И идет вот такой вот тазик. Очень удобно, можно использовать для того, чтобы там протереть, да, в комнате. Мне как раз нужен был небольшой тазик, хотела я его, ну, точнее, положу его в нашу ванную комнату, которая в спальне. А вообще место практически не занимает, видите, чуть больше моей ладони. Игрушки собрать, какие-то вещи, чтобы спустить на первый этаж. Просто налить сюда воды, протереть пыль в спальне или еще где-то. Что-то застирать. Ну, удобный маленького размера. И вот эта штучка аналогичная. Там игрушки можно помыть, игрушки собрать после того, как дети покупали, что все стекло. Мне, девочки, очень-очень понравилось. И смотрите, одно вставляется в другое. Видите? Просто тонюсенько получается две такие емкости, которые можно использовать.
Следующее мое приобретение – это вот такой красоты, покажу поближе с кисточкой, свеча. У нее три фитилька, очень приятный аромат. Я ее купила на наш журнальный столик в гостиную. Как раз стоит там такая же стеклянная ваза. Я думаю, будет очень красиво сочетаться. Плюс, не за горами, все-таки Новый год. До Нового года осталось меньше, чем 100 дней. Я тут где-то мне попадалась, видела. И от елочки, огоньки. Все это будет красиво, я считаю, сверкать, переливаться. Поэтому вот такая вот свеча. 600 рублей она стоила. Появилась в моем доме. Ну и плюс, когда догорит сама свеча, можно использовать как какую-то шкатулку. Красивый декоративный элемент. И, наверное, самая-самая красивая, самая главная моя находка – это вот такие доски. Доски можно использовать как разделочные, можно как сервировочные. В форме квадрата и круга я, в общем-то, взяла обе. По стоимости обе они идут по 699 рублей. Выполнены просто замечательно. Покажу вам поближе. Смотрите, не видно стыка между деревом и мрамором. Доски добротные, тяжелые. А по рисунку, рисунок разный. Можно выбрать на свой вкус, потемнее, посветлее. Я выбрала такой, мне кажется, он максимально сочетается с моей кухней. Вот. И аналогично такая досочка, диаметр у нее 20 сантиметров, можно использовать, повторюсь, там для нарезки чего-то, можно для сервировки, красивый, можно в качестве украшения на кухню поставить на кухонную столешницу, если вы что-то такое любите. И вот такие вот две доски, очень-очень симпатичные, и цена, я считаю, за мрамор и такое красивое дерево тоже достойно. София хочет вам тоже заснять обзор, показать, что ей папа купил для фигурного катания. Я покажу просто. Да, она тяжелая. София. София, да? Так, София, только говори погромче, чтобы тебя услышали. Хорошо, что вот у тебя тут лежит, покажи. Вот тут внутри сумки у меня лежит шлем, перчатки, форма и коньки. А еще вот такие. Чтоб коньки, они не тупились. А вот новые коньки такие, такие чехольчики в виде белочки. Еще у нас есть перчаточки. А вот бутылка. Тут фигурное катание, я с ней хожу. Вот. А тут сзади написано. Вы сами сможете считать. А еще бутылка может быть трансформер. А вот так вот мы закручиваем вот эту вот крышечкой. А можно вот в этой вот. Она содержит все, что вы туда нальете, содержит цвет и форму. Вот. Вот такая сумка под именем София. Тут написано фигурный каток, чтобы мы с моей сестрой сумки не перепутали. Anymore. I know you haven't noticed.
Ну вот, мы уже и дома. Сейчас буду разбирать покупки. Нужно поставить цветы в вазу, ну и все продукты разложить по своим местам. Купила салат, сразу я его отправляю в горшочек. Здесь как раз у меня на столешнице хранится зелень, которую я покупаю, ну именно, которая в горшочках. Очень удобно, потом можно в нем поливать, и зелень так хорошо долго стоит. Фрукты, которые тоже купили, нужно помыть. У меня здесь киви, перекладываю конфетки, которые купила. Очень нравятся конфеты «Счастье», у меня есть любимые вкусы, и когда, в общем, их вижу, всегда приобретаю. Но у меня и дети их тоже обожают. Масло перекладываю в масленку. Вот признаться, я раньше терпеть не могла разбирать покупки из магазина. Ну вот именно продуктовые, столько это времени занимало. Что-то помыть, что-то переложить, убрать там холодильник, пересыпать. Но когда появились какие-то красивые аксессуары, масленка, которая мне нравится, там сырница, какие-то контейнеры, корзиночки, которые нравятся лично мне, то вот эта рутина стала в удовольствии. Для меня это такой своеобразный медитативный процесс, составить список покупок, съездить в магазин или заказать онлайн, потом все это разложить по местам, поставить букет свежих цветов. Вот сейчас я это просто обожаю. И надеюсь, передаю вам вот это вот вдохновение через экран. Батат убираю в пергамент. На мой взгляд, он так дольше хранится. Пергамент все равно впитывает какую-то лишнюю влагу, а батат остается подольше сухим и не начинает, знаете, как вот загнивать, прорастать, ну, как обычная картошка. Я первый раз беру киви, которое внутри должно быть, кажется, красного цвета. В магазине было написано, что... Да, вот, смотрите, у меня серединка такого красноватого оттенка, и должны быть такие ягодные нотки. Сейчас мы с Софией попробуем, держи. Очень сладкий. Вкусненький, и, да? И при этом вкус арбузика. Вкус арбузика. Реально сладкая штучка. Я люблю киви, знаете, такие прям кислые-кислые. Это сладкое. Но Софике понравилось. Я думаю, Лизе тоже понравится. Вообще необычно. Прям тает во рту. Если увидите в магазине, не пробовали, попробуйте, возьмите. Ням-ням. Ням-ням. Вкусняшка, да? Ага. Могут их есть? Конечно. Сейчас нужно мне натереть сыр, убрать его тоже в холодильник. Сегодня его как раз хочу использовать для рецепта, поэтому весь кусочек, который купила, все натру. И использую вакууматор. Для этого у меня вакууматор от бренда Zwilling. Очень мне нравится, хорошо продукты вакуумирует. Ну вот у меня есть стеклянные контейнеры, вообще там есть и пластиковые контейнеры, и пакеты. Хорошо все вакуумирует и долго хранится в холодильнике. София мне решила тоже помочь, она вот обожает что-то такое порезать, натереть. И самое любимое, конечно, у моих детей это готовить печенье. Это они просто обожают. Ну а я хочу запечь баклажаны. Помните, когда гуляла, нашла рецепт кекса. Так вот, девчата, кекс я приготовила, но вставлю его уже, наверное, в следующее видео, иначе получается и так очень много, очень долго, поэтому он обязательно будет. И вот как раз для этого рецепта я сейчас буду запекать баклажаны. Я буду готовить с баклажанами и с брынзой.
мои девочки лепили тут печенье, поэтому, естественно, мука, крошки, все это на полу, но благо у меня есть мой помощник. Беспроводной моющий вертикальный пылесос Atwell F16 Ultimate, незаменимая палочка-выручалочка для меня. Пользуюсь я своим помощником ежедневно, иногда по несколько раз на дню. Единственное, о чем я только жалею, что он у меня только находится на первом этаже. От такого помощника на второй этаж я бы тоже не отказалась, потому что идеально пылесосит, идеально моет пол. Мне нравится, что здесь принудительная подача воды. И, например, когда я мою ламинат или паркет, соответственно, я могу сама это регулировать. Ну и сами вы видите, несмотря на то, что мне этот пылесос прислали на обзор, пользуюсь я им практически в каждом своем видео. А это говорит лишь только об одном, что мне действительно понравилось, и он и замечательно справляется со своими функциями. Идеальный валик комбинированный, который подходит для разных напольных покрытий. Обратите внимание, валик сдвинут к краю, и это обеспечивает более тщательную уборку в углах и возле плинтусов. Думано все для комфорта хозяйки, поэтому есть такая функция самоочистки. Сама чистится щеточка, вам остается только опустошить резервуар с грязной водой. И также есть сушка щетки, то есть вам не нужно будет доставать насадку и дополнительно ее просушивать. Ссылочку на этот потрясающий беспроводной моющий пылесос я оставлю для вас в инфобоксе. Переходите и заказывайте себе такого помощника. Ну а с моим промокодом вам удастся это сделать еще и выгодно. Ну а мы продолжаем. Девчата, еще раз рассказала вам про свой пылесос, поэтому сразу сохраняйте, сделайте скриншот, чтобы потом не переспрашивать, потому что буквально под каждым видео, где вы его видите, всегда очень большое количество вопросов. Катя, что это за пылесос? Девчата, сохраните себе, просто замечательный. Ну, а я сейчас буду перекладывать чай. Купила вот такой чай в первый раз. Уже попробовала клубнику манго. Мне очень понравилось. Первый раз взяла, вот такие вот вкусы были. Ну, вот фруктовый один был, я увидела только в магазине, и Earl Grey. Earl Grey мы еще не пробовали, но у меня Алеша любит такой чай. Как попробую, тоже поделюсь с вами своим мнением. А вообще, сегодня на ужин мы решили приготовить пирог с курочкой, грибами, лук, морковь, и все это сверху будет под шапкой слоеного теста. Софийка тоже мне активно помогает, у нас вакууматор тут разрядился, мы его подзарядили, и получилось все, теперь у нас сыр завакуумирован. Софийка очень хотела, ну а в принципе сейчас не надо будет, потому что не для рецепта же он понадобится, но ребенок сделал это с огромным удовольствием. Мою шампиньоны. Шампиньоны мне нравится использовать вот именно коричневые. Они что ли такие более ароматные, у них более насыщенный вкус, чем у обычных белых. И если я готовлю не из большого количества шампиньонов, и они крупные, то я их чищу. А вот такие мелкие мне проще помыть. Можно протереть влажной салфеткой, но я вот просто сегодня умою. Потому что все равно все это будут тушить, и не суть важно, что там грибы впитают лишнюю влагу. Очищаю морковь, очищаю лук, морковку натру, лук порежу мелким кубиком. И все это буду вместе тушить. Мне, кстати, София предложила сделать не просто шапочку из слоеного теста, а предложила вырезать фигурки. Она хотела печенье вырезать, я говорю, давай на пирог. Мы из слоеного теста ты вырежешь листочки разные, и мы как раз-таки украсим. Поэтому и София с удовольствием повырезала печенье, и получилось красивое украшение для нашего простого и быстрого пирога. Наливаю на сковороду немного оливкового масла. Я использую специальное, которое идет для жарки. Там прям вот у меня Филиппа Берри, на упаковке прям пишется, оно такого золотого цвета, бутылка, именно для жарки. А есть для заправки салатов, эта бутылка такая темно-зеленого цвета.
пассеруются у меня сейчас овощи. Добавила я туда грибочки, которые Софийка порезала. Она их, конечно, порезала немножко крупновато, но так как она это делала сама, готовила, старалась, я так и отправила. Вот, все это в сковороду. А сама буду нарезать немножко поменьше. Но мне кажется, тоже здорово, вот такие вот крупные частички грибочков, когда будут попадаться, тоже очень здорово. Вот видите, помощница моя там стоит, раскатывает тесто слоеное и вырезает красивые формочки. Ну, а я занимаюсь приготовлением начинки. У меня, в принципе, все готово, поэтому добавляю соль. Добавлю сейчас сливки. У меня сливки густые, поэтому 20%, поэтому я просто их уварю. А так можно добавить или муку, или крахмал. К нам еще присоединилась Лизонька. Она гуляла на улице немножко с подружками, поэтому пришла чуть-чуть попозже. Ну и вот таким образом я все выкладываю по кругу. Ребенок старался, делал вот такие, смотрите, классные листочки, формочки из магазина Küchenland у нас. Получилось, мне кажется, очень-очень здорово. Пирог я отправила в разогретую духовку, температура 180 градусов, ну и готовился, наверное, минут 20. Самое главное, чтобы тесто приготовилось, потому что, ну, все остальное, вся начинка у нас вся готова. На сегодня буду свое видео заканчивать. Мне осталось только навести порядок на столе, где девчата стряпали свое печенье. Тут, конечно, немного муки, но ничего, зато классно провели время все вместе. Огромнейшее спасибо, что провели этот день вместе со мной. Надеюсь, видео вам понравилось. Обязательно поддерживайте меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка будет для вас в описании под видео. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока! What we had when we were younger, we were never running out of time. As long as we had each other.